В последнее время что-то вот у нас каждый по-своему. Если небе, мы же с русскими жили. Мы не знали, что я таджик. Я русский человек был. И когда я учился, тоже я был душевным техником, я учился. Геологическим техником учился. Ну вот сколько год я здесь пришел сюда, и даже и на работу не пошел, и остался здесь только крестьянам работал. А то вьюхти сам, там живем воедем, там взорвином, взорвином. А ты меня не показал, ты же. А что, Сарпан? Ну, я стал и поехал, Сарпан. Ну, сейчас я буду знать, что судьба есть. Сейчас попробую, я встану и поеду. Сейчас я зову, жду, что когда судьба придет, значит, я тоже поеду. И доеду. Допустим, подумал обо всем, и все было бы по-моему, блин, я бы этот наш шар превратил в цветочник. Но, к сожалению, ну, не получается все то, что мы задумаем. Конечно, человек это
одинаково, это едино, это не имеет разношения, чтобы это таджики, это русские. Но у нас в основном, нам говорит про это, чтобы человек везде, хоть бы он какой нации, хоть бы он чёрный, белый, чёрный, какой-нибудь, но все одинаковые, должны уважать друг друга.